Ford Focus 3. У нас не горит лампа ближнего света правая. То есть она была перегоревшей, вот решили заменить. Она так и не загорается. Что только не делали. Прозвонили ее, прозвонили фишку. Плюса все приходит, а лампа не горит. Вот включаем зажигание, включаем ближний свет фар. Смотрим. Левая загорелась, а правая говорит, горит только габарит. Вот я саму лампу уже отсюда сдернул, вытащил ее, думал, там проблема. Там тоже все прозвонил, вот они. Плюс-минус идет. Все здесь нормально. Уж и непонятно вообще, куда лезть. Все, питание, вот, фишки, все приходит. Хрен его знает, что делать. Осталось только диагностикой прочитать. Не знаю, может, в этот блок залезть, может, там что-то ошибка висит, может, из-за ошибки, поэтому не загорается. Блок не дает зажечься. И диагностический разъем на фокусах третьих у нас вот здесь вот. Маленький бардачок вот так вот нажимаем. И вниз его, ну вот он, выпал даже. И вот сюда. Подсоединяемся. Включаем зажигание. Давайте посмотрим. Это у нас Еврофорд. Он не американский. Так. Ну, давайте прочтем. Пусть сам найдет, что за машина. Да, вот он нашел. Фокус 1.6. Да. Давайте прочтем все ошибки, которые есть. Так, тест завершен. У нас куча ошибок, видите, по всем блокам. Это из-за того, что у нас аккумулятор сел, поэтому выскакивают они. Надо наплевать. Ищем, по-моему, вот этот блок, боди-контроль модуль. Короче, ничего не будем заходить, давайте просто все нафиг ошибки удалим. Вот одна какая-то ошибка осталась, почитаем ее. Вон. Панель немножко заморгала, тут что-то. Ну-ка. Конфигурация, модуль управления несовместима. Удалим. Хрен знает, короче, эта электроника тоже надо очень узкого специалиста, чтобы он шарил вообще в ней. Ну-ка, пропала, нет. Нет, она так и висит, да и бог с ним. Давайте выключим зажигание. Включаем зажигание. Включаем ближний свет фар. Есть. Ага. Друзья, смотрите. Загорелось. Вот, значит, правая фара, левая фара. Представляете, что надо, да, чтобы лампочку, сука, поменять? Надо скинуть ошибки в блоке управления вот этим светом. BCM или что там, не знаю, какой-то. Пипец, ну зачем это делать-то? А знаете, почему так сделано? Чтобы вы все ехали к дилеру. И за это с вас возьмут, сука, минимум 500 рублей. За то, чтобы вы лампочку поменяли, оп, что-то нарушили вам. Начешут там в автосалонах-то. Так что, друзья, имейте обычные адаптеры хотя бы, да, не знаю, какие там, ELM-ка возьмет, не возьмет, не знаю, у меня он другой. Скидывайте все ошибки, которые в памяти, в базе есть, в ВБУ, и все у вас будет работать. Если кому была полезна информация,
ставим лайк, на канал подписка с вас. Пока.